чудесная примета семилетки, творческое содружество советских людей. Крепкая дружба связывает цех коммунистического труда завода «Калуга-Прибор» с ленинградскими инженерами. И хотя созданный на заводе фотоэлектронный пирометр ЦЭП-3 уже запущен в производство, один из его авторов, ленинградец Венгеровский, частый гость в цехе сборки. Он следит за выпуском приборов, и его советы помогают даже такому опытному наладчику, как Блинов. Пирометр уже экспонировался на выставке достижений народного хозяйства. Он отмечен дипломом первой степени. ЦЭП-3 на расстоянии измеряет и сам регистрирует температуру поверхности раскаленных тел. Третий год семилетки – год бурного технического прогресса. Серийный выпуск нового прибора, говорят калужские рабочие и ленинградские инженеры, наш подарок 22-му съезду Коммунистической партии.